То есть вот так, да? Но ты в игре уже, нет? Конечно. Сейчас, секунду, у меня тут фильм докачивается, блин. 3 минуты осталось. Порнушечки. Ага, куб. О, слушай, надо скачать тоже посмотреть, блин. Я что-то по классике тут убиваться начал. Да это моя, хочешь посмотреть, пока играть буду. О. Я пиво взял. Бля, я на старых дрожжах еще. Ох, как плохо мне на самом деле. А может не надо, Ильич? Но Новый год отличный повод, вот как я. Последний шампунь я выпил чуть вот... Сколько там? 24 часа... Сколько времени-то, господи? Короче, осталось 24 часа до того, как я последний раз пил алкоголь. В смысле? Ну, и я же вот последний раз я бухал шампанское дома, вот. На Новый год 2016. И Понятно. все. После этого ни пива, ничего. Не коньяк? Ничего. Не водки? Ни водки. Ты хочешь Короче, сказать... запись идет. Да, в общем, я алкоголь не бухаю ровно год, без шуток. Да ты гонишь, ты даже ни разу пива не выпил в этом году. Нет, нет, серьезно, нет, вот ни разу. Квас один раз в бане. Ну, в смысле, один раз в бане. Ну, короче, квас я бухал вместо пива или там водяры в бане. Квас. Хороший, Блять, я тебе не верю. хороший настоящий, ну. Какие там 1-2 градуса, там смешно. Ну, значит, дудел. Но это мы не будем говорить, да? Так, ладно. Короче, господа, телезрители и радиослушатели, нас тут целая толпа. Сегодня идем нагибать. Сейчас 3 минуты. Две. Не знаю. Ильич, Подожди. Ильич там все. О! В отряде. Кстати, это старый ангар, по-моему, который еще давно был. Да, это старый ангар новогодний. Ну, в смысле, обычный ангар, только новогодний. Здесь ничего сейчас нет, и танки стоят там на взлетной полосе, типа Ты того, видел уже? Ну да, пиздец, конечно. Ну, это, видимо, с бета-теста ангара взяли и вот и обрисовали. Они же типа релизнулись. Все, это официальная игра, уже никакой не. А, кстати, а возможно, кто-то из игроков просто предложил им новогодний ангар. Сейчас же можно, типа, свои создавать. Вот, только создал на базе старого еще бета. Это ж круто. Так, 40 секунд, подожди. Видишь, чем я вооружен? О, нет. А, сейчас посмотрю, кстати, мне же надо переставить танки, а то мы сейчас поедем на 5-м ранге. Все Да, закинет. погнали, я предлагаю вот Подожди. до Что у тебя 4-0. там? Ты мне скажи боевой рейтинг. До 4-0. Ну, это на 4-м ранге получается. Это третий ранг, все, а то и второй. Подожди, это Т-34-85? Нет, это 34-57, 34-ЭСТЗ и АСУ-57. Ой, это у меня не разведано. Ну, это в целом. 122-я. Просто СУ-122 годится. Правда, на них не особо часто гоняют, но так или иначе. Из КВшек это L11, из 34-ок это 42-й, 34 СТЗ и 57-й. Ну, то есть вот до 4-0. Из КВ только самый первый. О, фига себе, кстати, у меня КВС-1 не исследован. Блин, ты прикалываешься, что ли? У меня нет такой техники. Двое, блин, это ее добавляли, я ее вкачал сходу как-то, что-то помню. У меня нету Т-34-57. Ты гонишь, третий ранг. Она... Мы на них нагибали с шилами, мегапатроны вводили. Мы на них самые первые, вот когда только ввели подкалиберные снаряды, мы на них гоняли. Ну, в смысле, в модификации добавили. Мы, вкачавшие эти шилы, гоняли адово именно на третьем ранге, а потом уже на 44-ках рассекали долго. Чтоб не вспомнить старье такое, что мы творили года 3 назад. 4. Нихера себе! Вот это новогодний видос. Давай-ка мы на 5-м ранге поедем, побугуртим, а потом я, может, разберусь, потому что сейчас я очень долго, походу, буду Ну давай. технику менять. Ну давай, окей. У меня что там, Т-54 стоит, СУ-122 и Т-10.
Только у меня из наборов куда-то пропал мой... Пятый набор танков. Ну, в смысле, пятое... Ёперный театр. Так, сейчас, секунду. А где мои танки? А, вот, танки 5, он есть. Так, Лёх, я отойду на 2 минуты. Сейчас я переставлю флешку в телек. Ой. А я не вижу наборы. Чё за херь? О. Вот так. Вот так вот. Во, теперь правильный набор. Так, на Новый год нужно украшать технику. Так, где елочки? Экспа. Как же я без своего. Ох. Без своих пикей. Си-си-си-пи. Звезда. Во! Не понял, а где она? А, во. Ну, разумеется. Так, я тут. Наискосяк. Я тут украшаю технику. К Новому году. Блин, а как отряд-то посмотреть? Я уже поставил это. Тебя там посторонних звуков не слышно, нет? С каких? Там телек, кино идет. Слышно? Но это ерундень. Ну ладно. Так, что у тебя стоит? У меня все стоит. Су-80. Т-10. Ладно, готов. Я на боках нарисовал танчиком моим. Не знаю, у меня мое неуй, и все. Звезды! Надо же украсить мои елочки. Елочки, иголочки. Сейчас будем тоже. Адово бугуртить. Я, прикинь, я 1 080 000 нафармил. Чего? Львов. А, у меня, как всегда, держится на 7 миллионах. Не, ну я нафармил лям, приколись. Я, кстати, где-то полмесяца назад так поиграл, ну, наверное, недели полторы я играл каждый день. Ну вот я после релиза погонял тоже. Не, после релиза... На японцах тут попробовал. Отвратное дерьмо. Еще и предлагают купить. О, понеслась я. Еще и предлагают купить. Кого? Премиумные танки? Ну, не премиумные танки, а доступ к тесту дальнейшей техники. У них доступно только, короче, первые вот эти, резервные. И все. То есть БР 1.0 и все, и дальше нет. А, это... Да, чтобы играть на них, надо заплатить отдельно, купить пак. Нет, спасибо, хорошо. Я не голодный. Ты, кстати, вкачал эту фигню, как ее? И ты... Не! Да без премиума качать ее. Да ты чё, ты с ума сошел? Там сотни и сотни боев надо выиграть. Ну, так-то да. Уа, да. Как все лагает. Ни хрена себе я. Ой. Я что-то настройки явно зря перезадрал так. Бля, что-то у меня тоже какие-то тормоза. Нихера себе. О, отлагало. Нет, не отлагало. Жесть какая. Я чё, кино поставил, что ли?
Видимо, да. А, блин, я же торрент не выключил. Сижу тут. Не, у меня конкретно в графен тормозит. Местами, конечно, но все равно. 40 FPS, что если... Что я с настройками нахимичил? 33-34. Не, так у меня запись идет, что? Помнишь, я тебе скидывал сборку, да? Ну да, че, хорошая что вещь. Что это за процессор? За Xeon или какой там? Phenom? Phenom это AMD-шные процы. Они хорошие или так, ну, такое себе? Да нормальные процессоры. Просто это не Intel процессоры нормальные, а карточка там стоит нормальная, реально хорошая. Я просто не понимаю, почему так дешево за такую фигню? Почему? Ну, видимо, чувак просто купил, ну как я в свое время. Я другану отдал за косарь Core 2 Duo 4-ядерник. Core 2 Quad. 4-ядерник с материнкой и с оперой. Прикинь. Очень хорошая была вещь, я на нем стримы вел. В общем, мне надо столько денег, что вообще атас. Мне нужен велик и комп. Ну, тебе, в общем, отлично зайдет вот эта вот машина, которую тебе там, которую ты откопал. Хорошая вещь. И карточка правильная. У меня, собственно, такая же, но тот же камень. Я в этих делах не Копенгаген, ни хера. Я 54-ки зачем-то в ствол стрелял. Я конь педальный. О, меня выцеливают вообще. Упырь. Наивный детенок. О, ничего себе, а что это 54-ка мы исправили... Исправили урон, или это он реально в шутку так выстрелил в меня? Ух, ёпта! Фига себе резвая ракета. Вау. Вот Т-62 что-то меня там пытается выцепить. О, бляха. Я бот. Бля! Блин, и меня другой подстрелил. Ну ни хрена себе. Ты что, сдох уже, что ли? Ну да. Я ж тут долго не живу, ты че? Я вообще вылез в центр. Тут, знаешь, кстати, очень удачно здесь добавили две клевых карты, на которых кустодроч невозможен. Заброшенный завод — это такое рубилово непрерывное. А эти сделали, кстати, чисто такими, реально кустодрочерскими. То есть появилось разделение карт. По самой карте можно понять вообще, что тебе лучше делать в данный момент. Вот я за каким-то хером полез вперед, хотя вот это как раз чистейший кустодроч. Редко когда вообще кто заезжает на... Вон он, говна, кусок. Редко кто заезжает на половину соперника. Вообще, на респе на таких картах сейчас никто не бывает уже. Ты понимаешь, что прошло 1000 лет, когда мы не играли, и опять мы тащим. Вот опять я захватываю только. Только я, больше никого нет. Сейчас я тебе там прочищу пути. Блять, говна, кусок, что ж ты отъезжаешь, прикрываю, Ильич, у тебя там ракетница под боком. Да в меня в сраку стреляют еще кругом, вообще. И ну бомбят. Ты поаккуратнее, начинаем бомбить! Сучка, блять. Блять, ну я ему ракетную установку одну снес. Я лох, на тебе, сволочь. Артиллерийским огнем. Я не тащу. Меня может сейчас начать в любой момент уже бомбить. Хотя бы от того, что у меня FPS адово просел. О, бля! Изи самик, фраг! О, все, задымился. Сейчас будет хелпа или фраг. Есть. Нам разота, бля. Это тот, кто нам мешал, Ильич. Ранг не имеет значения, хрена себе. Прикинь, мне сейчас за самый нагибаторский выстрел. Ну и самые нагибаторские пушки в игре. Мне дали ранг не имеет значения за то, что я и Теху пристрелил. Чё-то баланс явно сильно исправили. Чё-то здесь прям беда какая-то творится. Ага.
Наши в бой лезть не хотят. Че, придется самому, блядь, на отважной самоходке прорываться. Ну, наши по ботам стреляют, что еще делать, конечно. Красавчики, блядь. Горит. Ха-ха, мразь. Догорел, это не он. Да вот там 54-ка сверху, смотри. Бля, вот спасибо-то. Меня уже бомбануло. Отличный повод, пока ты там нагибаешь. Я сейчас настроечки себе сковырну. Чё ты прям... Понимаешь, что мы сейчас соснули? Я понимаю. А это нормально, кстати. Далеко не всегда удается сейчас нагибать. Я вот кустодрочерские карты уже не перевариваю. Ёбаный насос! Их здесь просто миллионы. Откуда они все повылезали? Ну вот так. Я настроечки. Графен, на всю нах? А что такое нужно бы отключить? Во, обычный FX. Двойное сглаживание. А не затропную оставим на четверке. Как он ушел? Как так быстро меняет водилу? Ловкость. Микрофон упал. Ловкость, мазафака. Хотя, наверное, что-то не то надо менять. Все, тебя бомбануло окончательно. Я уже не в том возрасте, чтобы бомбить. Заебись! Да, слушай, отличный год выдался. Ты женился, стал папой. Ну да. Вон там мелкий лежит, спит. Как, он только что же на качелях был. Ну, он уснул и все. Mm-hmm. Его же нельзя постоянно в качелях держать. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я даже елку купил, прикинь. Красава! Живую! Красава! Это первая елка, по-моему, в моей жизни. А я вот буду заботиться об экологии, я сделаю елку сам. Ну, в смысле, что ее делать? Она у меня уже есть. Ну, а-а-а. Насчет экологии я не знаю. Судя по тому, сколько даже в нашем городе этих базаров и сколько там елок, да где не, они их... всех вырубают, понятия. Да нет, нет, их специально выращивают в питомниках. Ну сколько? У меня выше меня, где-то метра два. Ну, клево. Отличное, настоящее. Вот у тебя там запах елки и мандаринов, да? Да нет от него никакого запаха, вот что самое обидное. А, ну потому что ну как искусственное. Генно-модифицированный организм, который выведен где-то там. Ты еще не слился полностью? Куда? Куда слился? По весу? Да я имею в виду по танкам. А, так я уже даже перезагрузил. А, ты не играешь? Меня уж нагнул. Да трандец, кумулятивы, блин, рикошетят. Ну что это такое? Конечно. Я говорю. Сейчас что-то как-то вот не так. А чё кумулятивы? Под калибр-то где? Ну, меня с самолета ебанули. Все, я отстрелялся. Ладно, первый бой комом. Первый ком блином. Вернуться в ангар. Ты готов? О, чат. Нашел. Где флот-то? Они релиз выпустили, а флота нету. Флот только на ЗБТ. Хизи. Ты меня в отряд позови. Так ты же в отряде был. Но опять вылетел. Не вылетел. Я ж перезагружался. Готов. Хрень какая-то. Закроем нахрен все чаты. Еще опять начнется. Почему в ракаде? Приходите в реализи. Ой, да брось ты. Так ты что, самое время переходить в реализм. Мы в него и перешли. У нас реализма в жизни хватает. Здесь мы хотим отдохнуть. Так вот, то-то я ей говорю. Мы же и перешли в реализм.
А получать жопную боль... Не обо что, да. Не обоснованно не обо что. Кстати, где? Сверху, снизу? Хе-хе, Ильич, ты женатый человек. Бля, я не про это. Поехали толпой нагибать. Ты хочешь со всеми или по правому флангу поедем? Точнее, по левому от нас. Да поехали на С. Давай устроим бугурт. И что-то я опять не то перенастроил, видим. Ой! Там закрыто? Там занято. О, сейчас, кстати, такой адовый замес будет. Эту карту изрядно переделали. Я не заметил вообще здесь никаких переделок. Ну, полторы недели назад, когда я играл. Ну, это кажется. Ты хочешь здесь торчать? Так а сейчас сюда ж все и приедут. Тут сейчас начнется самая жара, я говорю. Здесь самое веселье сейчас. Я поеду напрямую. Ёбаный насос! Нихера себе наводчика мне контузили. Я прикрыл чувака, получается, своей жопой. И крита пацану отвесил. Я поймал ракету на лету, слабо? Мне вот интересно, ракету можно взорвать на пулеметом там или чем? А хрен знает. Мразота. Гори, любимая, гори. И еще разочек. Эй, это мой фраг, идите в жопу. Тьфу, рейнджер. Этот транспорт, моя добыча. Этот не как там, мне не нужна твоя добыча. Мне нужен ты, цукен. На нах, ёпта. О, ни хрена. Одновременно. Ну так как положено. Я же говорю, я сейчас решил нагибать. Кстати, ты посмотрел 28 панфиловцев? Не успел еще. Ну, а я посмотрел. Выложили и посмотрел. Блин, мне... И как? Надо звук потише сделать, то я тебя не слышу даже. Mm-hmm. Ну как? Знаешь, то, что ожидали, то, что там гоблин пиарил просто аж по самой не балуйся, ого-го. Ну? Ну, фильм хороший, но не более. Лучше, чем всякие эти цитадели. Окей. Я даже не знаю, как мнение сформировать. Ну, в общем, посмотреть стоит. Посмотреть, да. Посмотреть надо. О, красава! О, пацаны, вожгли сейчас просто божественно. Бля, у меня ствол порван. О, снаряды не летят. Ну там как? Там тупо показан один бой, короче. Да. Людей с танками. Да. За, собственно... Ну и? Он же шел-то не 5 минут. Ну, не шо, ну он идет полтора часа. Ну да, вот. И видимо, события целого боя рассказываются. Да. Отлично. Ну, немножко предыстории и все. И сразу, короче, они начинают. О, то есть никаких лишних вот этих соплей даже нет? Какой-нибудь... Ничего нету. Там даже, по-моему, баб в фильме нету. Ой, бляха! Неужели хороший фильм действительно про войну? А не покажи сиськи. Ну, да, да ты гонишь! Я тебе серьезно говорю. О, все. Просто это... тупо как наши однозначно сражались и умирали. Однозначно надо посмотреть. Нормальный фильм про войну. На нах, ёпту. Понаехали. Дай-ка я восстановлю члена. Дай-ка я тут одному бомбану сейчас раки... этой... артою. Слышь, пырь. Бля. Прям едет тигр, а я не могу его грохнуть. У меня нет члена экипажа. А на Б есть там кто у них на точке на самой? Ну нет, я ее промониторил, одного вынес. А вот наши сейчас наступают. Я так как бы еду туда, через тыл. О, я члена поставил, восстановил. Ну вот, я тоже грибу туда. Ну наши сейчас возьмут Б. Видимо, да. Ну сейчас, правда, там бомбанет их изрядно.
А, нет, тут есть Т-10 был. ИС-3. О, ну третий ИС, это вообще АТАС. Здорово, пацаны. А точку беру я. Ух ты, елки-палки. О, и крита поймал, пацанчик. Гори! Прикинь, третьего ИСа насквозь прострелить. Но все-таки 54-ка жжет, блядь. Я немного так вылетел, что меня аж прошили сразу двое. Оба! Пятьдесят четверку в лобешник вырвал просто. Готов. Сейчас наши А заберут. А наши не заберут, там их очень много. Бля, бомбят! Хотя как-то странно бомбят. Ну, выезжайте, пацаны, чё? Никто не все, ссыте, ссыте. Правильно, ссыте. Эх, наводчик мой раненый, еле-еле ворочает башню. У нас трест, который на весь зажали. Я понимаю. Сейчас попробую, тут немножечко вон наши подъехали. Артиллерия в меня пытается стрелять. Ну, сейчас поеду вам расчищать тут площадь. Во фланг им ударить. О, вижу, да. Есть там у вас братки были. А нет, 54-ка там еще жива, поаккуратней. Чувак на ИС-2. Со стороны, откуда я еду, там вообще у вас друзья. Ты бомбишь? Нет. Стрелять будешь, чмо? Не будешь? Окей. Я вам тут прикрываю фланг, так что... Бам! Блять! Пиздец! Бля, сделай кому-нибудь больно уже, в конце концов. Делаю. Нормально? Бомблю дальше точку. Мне движок выбили путехой. Пошла жара. Правда, я ее ваншотнул. И тут же сравнял с землей этот кусок города. Я похоронил даже память о танкистах. Какого хера мы на ИСах вторых попадаем? Я понять не могу. А, балансировщик. Видимо, пацаны просто люто нагибают даже с такими танками. Их закинуло. А меня пару раз тоже закидывало. Это же боевой рейтинг. И здесь из 4. Блять. Чмо. Вылезай. Бля, прям в жопу заехали. Ну, 5 фрагов на одном танке. Как тебе? Еще захваченная зона и 2 хелпы. Т-44-100. Да. Это шило, кстати. Ты поаккуратнее. Это, блядь, жжет. Нет, шанс-то, конечно, вообще есть. Но поаккуратней. Ну, все. Наши, короче, рвут. Ну, как видишь, здесь, видишь, вот нету сейчас перестрелок таких адских через все улицы. В самом начале чуть-чуть было. И все. И как видишь, дальше только прям вот, чистоганом. Давай я твою жопу прикрою. А никто не нападает. А, мало ли. Просто полетать хочу. Я полетать хочу, что полетать нельзя? О, смотри, Б забирают. А мне летать, а мне летать, охота. А ты говоришь, не нападают, во. Да их осталось 4 человека. Темпест. Но сбить-то его надо, сейчас твою жопку-то кто-нибудь... А, ну давай, сбивай. Поднагреет. Все. Красота. Газуй, мочи, урода. Тебе какую-нибудь командную работу дали, нет? Да, по-моему. Да, мочи, я сейчас тоже команду получу. Охренеть, не пробил, короче. А чё, нормально, он сейчас догорит еще до кучи. Зимняя Т-10. Ты когда жопой-то сдаешь, поаккуратней. На нах, ёпт.
Это, конечно, жесть. Кумулятивы не пробивают. Вот. Вырвал, вот. Вырвал братку мехвода. В борт 54-ку, прикинь. На подхвате меня дальше. И я наступаю через кучи навоза. Походу, чё, я, наверное, первый, да? Ладно, здесь мы свой вклад несли. Надо перезагрузить опять. Ой, я даже не первый. Ха, прикинь, я еле-еле вышел в ноль за этот бой. О, я какую-то медальку получил. О, у меня есть испытание сюрикен, я сделал. Чтобы стать, нужно собрать 12 сюрикенов. А за что их дают? Чего? Сюрикен, 30 декабря. Чтобы стать испытателем, нужно собрать 12 сюрикенов. А, звездочек. Я, видимо, собрал какие-то сюрикены и вот, получил какую-то... А, может я сюрикены, это ж японцы, ёпте. Я, видимо, прошел просто по задротству в бета-тест этих танков. Ого, тут с левой стороны еще и салют в ангаре. Манду это дополнительное сглаживание. Давай-ка сейчас нормально для записи. А, у меня 60 FPS, запись просто стоит еще. Ты прикинь, я только что обнаружил, что здесь стоит пианино. Ты замечал его, нет? Где? В ангаре пианино стоит. А. Прям за кормой танка, грубо говоря. Рояль в кустах? Не, рояль это длинный, а пианино это советское. С бантиком зеленым. Ты видишь его или ты не в игре? Все, так, где? Ну вот, за жопой танка, если смотреть на него... А, ну, пианино с зеленым бантиком, да. Еще и разбитый какой-то, что ли? Ну, ладно, поехали. Отокованный рояль. Рояль в кустах. Ну, а что, трофейное пианино, кто-то из бойцов, там, ну, танкистов умеет играть. Решил на Новый год долбануть, чем тебе не история? Надо же себя как-то развлечь. Война войной, а... Новый год. Чё, неужели не отмечали Новый год? Ну, конечно, в окопах-то. Но все равно, как-то же. Я, кстати, недавно прочитал 3 книжки про танкистов. Ну, как это? Ага. Мемуары называется. Угу. Достаточно интересно. Я скачал, но что-то так и не открыл. Легендарная бронетанковая. Ну, это собрание, что ли, или что там? Не знаю, но это один человек писал. Так, на чем поедем? Я даже читал про чувака, который, знаешь, о чем воевал? На Шермане американском, которые поставлялись вот Советскому Союзу. Ну, это вот, которая ватка, как наши БТХи. По ленд-лизу, вот. Который на нем почти всю войну прошел. Охуеть. И на нем же еще воевал и в Китае. Когда охуеть. От японцев освобождали. Ну, когда наши там вообще уже... Настолько надрочили, что японцев просто загнули за месяц там или за сколько? За лето. Ну-ка, когда Япония капитулировала, ты мне скажи. Переговоры начались 2-го, 8-го пизданули, 9-го подписали. Августа. Сентября же, нет? Сентября? Ты че, 9 сентября 2-я закончилась. Ёбаный. Ты со мной поехал, да? Да, тут Чифтейн по полю прёт. Бот, что ли? Совсем отмороженный дебил какой-то. Бля, я не попал в него. И давай, отморозок, выезжай. На, ёпта. Жалко, фугаса нет. Я ему пробил башню. А он торчит, нет? Да, фугасом накрыть можно. А у меня нет фугаса. Вот это и оно. А фугас-то иногда полезен. О, идиот! Тут же наводчик и заряжающего лишился практически. Блин, я не могу в него попасть. А он выехал за каким-то членом. Кретиниус. Ты что, решил помогать? Я вообще по полю поехал, по открытому, прикинь. И никого нет. А у меня декораций нет. Кстати, да. Это не самая такая кустодрочерская карта теперь. Тут тоже основные замесы идут. Точки передвинули вообще отлично.
Да ничего их не передвинули. Передвинули и переделали точку А вообще. Ты что, охренел? Ты что, вообще там всегда была точка С? Ну, короче, точка А, которая вот, вот такой, по трем точкам. Я говорю, вот куда мы поехали? Это ж точка А нормальная. Стреляет, прикинь. Да пизда ему, я его сейчас вынесу. Давай, выноси. Я вон ИСа... ИСа нашел. А откуда прилетел? Ёбаный рот. Долби! Ты сдох? Да он в поле, он тебя видит, кстати. Да, я сдох. Я чифтейна вынес. Да, и на тебя в поле смотрит и ты один. Выезжает, смотри, прям в середину города. По центральной улице. Второй сейчас, блядь. Я тебе туда арты, я ж предупредил. Ну я, здесь столько целей вылезло. Меня, знаешь, иногда немножко убивает, как бы, они же низкие эти, да? Угу. Ракетные эти танки. Зато им, их легко ворвать. Нет. Их выносим, им как это, пусковое устройство. Но им, походу, это не, ничего не говорит об этом, они все равно ракеты пуляют. А потому что несколько пусковых установок, а ты снес-то одну. Там одна установка. Она же достает из башни ракету и запускает ее. Не, ну их четыре там всего. Там одна. Да ты не понял. Там одна рука хватает ракету. В одной установке четыре их. Как-то короче, так. Короче, как получается, стреляешь в башню, там типа все разбито. Блять. Но он все равно достает ракету и пуляет тебя. Да сейчас тут где-то нашего пацана гнут, а я ему помочь не могу. Надо, о, блядь. Говори цель, видишь кого? Блядь! А я сам знаю кого. Грохни этого первого. 54-ка сейчас сгорит к хуям там. Мне сейчас придется на точку ехать. Ну я думаю, я тоже точку бомбанул. Бомбанай. Потому что там АТАС. Ладно, одного вынес, там остался один леопард на точке. Клево. А я тут какого-то тяжа вижу, черт знает где. Или это я такую перекодировку настроил, что у меня вообще АТАС. Из-за ОБС. Я так чувствую, если я запись остановлю, будет зашибенно. Просто пришлось с нуля перенастроить практически. Там вообще пишется или нет? Пишется. Или как всегда, или меня не будет слышно? Нет, нет, все, зашибись. Я ж проверил специально. Или может я зря 60 FPS записываю? Как оно может влиять? О, наши пошли. О, и Теху наконец-то вынесли. Толпу заработал. Все, нах, ребят, сейчас я теперь буду караулить тут на своей отчаянной самоходке. Кто за дверью, выходи по одному. Все, я на позиции, Ивань. Ты давай догоняй, то посмотри на статистику. Ой, позор. Ну, две хелпы, что ты хочешь. Меня это и теха, блин, два раза вынесло. Он меня обижает. Не, надо как Дарт Вейдер. Он досаждает мне. Бля, тут мазохисты на маусах ездят, ты прикинь. Блять! Я отстрелялся, чё. Подожди меня. Можешь последить за мной.